Добрый день, друзья! С вами канал «Дали от города» и я Нина Коновалова. На днях я сняла видеообзор на тему, почему мы в большом количестве сажаем у себя на участке бархатцы. Это не только наше с вами здоровье, это здоровье нашей почвы. Это хорошее средство, которое отпугивает некоторых вредителей. Ну, в общем, конечно, бархатцы не панацея. Но бархатцы – это полезное растение, которое их глаз радует и здоровье приносит. Задают вопросы, когда сеять бархатцы. Вот и как лучше их на рассаду сеять или сразу в открытый грунт? Ну, понимаете как? Тут дело такое, что не в каждом грунте бархатцы спокойно всходят, несмотря на то, что это неприхотливое растение. Поэтому отчасти даже я, несмотря на то, что у нас очень тепло, рано становится тепло, все равно бархатцы стараюсь высевать на рассаду. В общем, давайте обо всем по порядку. Конечно же, бархатцы – это как солнышко, это символ лета, это символ тепла. Тагитис – это еще одно название. Хорошо переносят посадку в открытый грунт, но если выращивать их из семян, можно добиться более долгого и обильного цветения. Я сажаю низкорослые отклоненные бархатцы, которые абсолютно не боятся открытого грунта. На юге их можно высеивать уже в апреле, прямо в открытый грунт. А в регионах с прохладным климатом весь май – прекрасное время года, когда можно отправлять семена в открытый грунт и сажать их. Кстати, бархатцы еще называют чернобривцы. Это однолетние яркие цветочки, бархатки, растут быстро. И вот от момента всхода до цветения проходит 40, ну, или 50 суток. Добавляем еще неделю на всхожесть. И таким образом получается, если вы решили бархатцы высевать на рассаду, то есть делать рассаду бархатцев, то ориентируйтесь на климат в своем регионе и делайте это за 1,5-2 месяца до того дня, когда вы будете отправлять это в открытый грунт. Мы живем в Волгоградской области, высаживаем рассаду бархатцев обычно на майские праздники, ну как, собственно говоря, и всю остальную рассаду, поэтому вот сейчас первая декада марта, середина марта, идеальное время для того, чтобы вот сделать посев семян на рассаду. В разных регионах из-за особенностей климата время посадки и высадки всегда будет отличаться. Например, в Москве, в Подмосковье или в средней полосе лучше сеять семена на рассаду бархатцев во второй половине марта, а пересаживать в открытый грунт в первой половине мая. Если вы хотите, чтобы на майские праздники обильно цвели бархатцы, то сеять на рассаду нужно было в феврале. Для тех регионов, где сыро и холодно, это Сибирь, Питер, Урал, высевать семена на рассаду нужно в конце марта или в первой половине апреля. А вот у нас в Волгоградской области, в Краснодарском крае, Ростовская область, Ставропольский край, ну, в общем, в южных регионах семена можно сразу высевать в грунт во второй половине марта и до конца апреля. Но опять же, тут нужно определять время посевных работ, учитывая погодные условия. У нас же как бывает, то весна ранняя, то весна поздняя. А вот если будете высевать на рассаду, то, в общем, обильное цветение вам гарантировано. Если погодные условия препятствуют своевременной посадке семян тагитцев, ну, чернобривцев или бархатцев, а цветение вам хотелось бы иметь ранее, то я бы порекомендовала создать дополнительные условия, укрыв посевы пленкой, либо агроволокном, ну, может быть, другим плотным материалом. Ну, в общем, понятно, да? 40-50 дней отсчитываете с того момента, когда вы планируете высаживать бархатцы в грунт. И начинаете высевать семена на рассаду. А в целом бархатцы – это неприхотливое растение. И даже начинающий дачник и огородник прекрасно справится с этим цветочком и добьется обильного цветения. Но чтобы получить здоровое растение, которое будет долго цвести, нужно соблюсти ряд правил. Если вы не уверены, что у вас семена в открытом грунте прорастут, то в качестве предпосевной подготовки можно использовать посев на рассаду. Для этого лучше взять землю прямо с огорода, либо купить почвогрунт, пролить ее и дать время пропитаться воде, ну, буквально час. Затем мы размещаем сверху семена. Сверху слой земли не больше 1 сантиметра. Сверху желательно натянуть пленку, то есть мы создаем парниковый эффект. Вот такой парниковый эффект, вот такой метод посева семян
ускоряет прорастание их. Затем, когда прорастут ваши росточки, берете чайной ложечкой, поддеваете корешок и отправляете в открытый грунт. Поливаете, можно замульчировать, в общем, бархатцы – неприхотливое растение. Но хотелось бы, чтобы вы их регулярно поливали, потому что регулярный полив способствует обильному цветению. А если вы будете создавать эффект дождевания, то тогда паутинный клещ не будет поражать этот цветок, так как паутинный клещ боится вот повышенной влаги. И еще, если вы будете периодически опрыскивать бархатцы мыльным раствором, то это точно так же спасет их от паутинного клеща. Есть и другой способ посева семян на рассаду. Это вот без земли. В салфетку, в тряпочку, в туалетную бумагу, в воде. Я для примера показала чуть-чуть. Конечно, можно рулончик, улиточку делать намного, намного больше. Но это я сделала для примера, потому что я по большому счету сажаю вот как-то в грунт. Место у меня есть для рассады, хоть муж и психует. Тем не менее, вот этот метод посева бархатцев на рассаду позволяет сэкономить место. Необходимо в первую очередь подготовить ткань, либо это плотная салфетка, либо это туалетная бумага, и нужна правильная раскладка семян. Если вы берете бумагу, то ее можно слегка увлажнить. Семена бархатцев раскладывают чуть выше середины, то есть ближе к верхней части бумаги, черным носиком вниз. Можно делать под углом. Белый же хвостик должен указывать вверх, но при этом он не должен выглядывать из салфетки или туалетной бумаги, он не должен выходить за грани. Расстояние между семенами 1-2 см. После того, как я помещаю семечку, я скручиваю салфетку. И так шаг за шагом. Скрутка должна быть неплотной, так как должно оставаться место для развития вот этой вот корневой системы семян бархатцев. И скрученную салфетку можно еще раз увлажнить, а можно не увлажнять, сразу помещаю в стаканчик. В стаканчик наливаю немножечко воды, ставлю его в полиэтиленовый пакет и сразу же завязываю. Через 2-3 дня развязываю и снимаю только тогда, когда появляются всходы. Обычно это происходит на 5-й день после посева. При таком способе посева можно вырастить большое количество рассады, которое не займет много места в вашем помещении. Самые простые методы посева. Сразу в грунт и вот именно вот таким вот способом в улитку, в салфетку, в туалетную бумагу, в воде. И тот, и другой метод хороший. Какие семена выбираю, я уже рассказывала. Отклоненные, махровые, они красивые, они максимально неприхотливые. Чем темнее бархатец, тем он полезнее. И эти расстояния, когда вы высаживаете в открытый грунт, лучше делать 40-50 сантиметров, потому что вот именно отклоненные махровые бархатцы, они вот разрастаются вот такой красивой шапкой. К осени это уже вообще прям просто неописуемая красота. Ну, я вот на протяжении этого видео брала кадры из прошлогодних видеообзоров и показала вам, в общем, чтобы не на меня любовались, а любовались на любую на красоту этих цветов. Какой фирмы я предпочитаю семена? Остановилась на агрохолдинге «Поиск», поскольку здесь нету пересортиц и такое ощущение, что 100% всхожесть. И вот смотрите, на что я еще хотела бы обратить внимание. Если вы собираете свои собственные семена или вы рассаживаете бархатцы, которые проросли самосевом, то лучше эти цветочки использовать, ну, вот именно в целебных целях для вашей почвы. Там в хаотичном порядке сажать в междурядьев, в огороде, под деревьями, в кустарниках, в клубнике, где капуста растет, в теплице. Но если вы хотите украсить свой двор, и хотите, например, высадить бархатцы вдоль дорожки, то я бы, конечно, не очень рекомендовала вот эти вот семена самосевом, потому что на моей личной практике всегда получается так, что один выше, один ниже, и, в общем, как таковой красоты не создается. А вот магазины как-то так вот собираются правильно, хранятся правильно, они всегда одного роста. Но, тем не менее, это не говорит о том, что я не собираю семена. Да я их и не собираю, они у меня самосевом уже всходят. И вот именно их я использую для вот таких вот целебных, лечебных, отпугивающих целей. Ну вот, друзья, все, что я хотела вам рассказать. Я думаю, что сейчас самое время пришло для того, чтобы высаживать семена на рассаду.
10 марта. Я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. Всего доброго. До свидания.